Вот приехала к нас, да, троечка, красивая, намытая, помятая градом, побитая, и причем бессовестно побитая, прям сильно-сильно, как будто кто-то злобу свою вымещал на машине. Сейчас пытаемся ее понянчить. Тут снимать, конечно, особо нечего. Вот, в плане похвалиться просто, так сказать, принцип случилось. Ну, сейчас лампа еще чуть. Так, ну вот небольшой анонсик опять. Мазда эта тройка. Это все, что видно невооруженным глазом, как говорится. И то протерли она, вот машина видно после. Вот такая красивая. Та очень тоненький, побила все, что можно. Вот сейчас поставим слегка лампочку и посмотрим на эту красоту нерукотворную, а сотворенную природой. И побила двери аж до низа. Вот что самое обидное. Вот тоже прикол. Вот это пластик, он целый. А на металле вот побила. Так. Поставил слишком, наверное, сильно. Даже вот внизу крыла. На этом расстоянии у нас есть, имеются повреждения. Сейчас, секундочку. Вот как мы видим, и на дверях, и вот ниже побило. Вот. Сейчас дальше протяну чуть-чуть, чтобы было понятно. Вот, посандолило. И даже ниже ватерлинии. Вот, все это есть. Как видим, придется тут нам поработать. И поработать усердно. Естественно, я предупредил, что деталь лучше снять в таком случае. Вот. И делать ее на столе. Вот, и придется немного убирать. Вот, то же самое. Посмотрите. Вот, сколько вмятин. Вот, видимо, прям как автоматными очередями, как машину расстреливали. Ну, расстреливал град. Вот, здесь я немножко уже поработал. Пробовал подход. Вот, отверстие сделал. С этого снизу неудобно было. И здесь вот чуть-чуть уже подрассеяло. Вот мы видим, здесь град у нас есть. А вот здесь уже его нету. И вот здесь вот, и вот есть. Сюда я не долез. Вот две точечки. Металл очень мягкий, очень нежный. Ну вот она, наша крыша. Бедолашка. Тут, мягко говоря, я просто до старки даже считать не умею, сколько здесь побито. И где вот такие прям серьезные вмятины. Но для интереса возьмем, что тут, 2 рубля, это маловато. Вот 5 рублей берем, вот вмятина, и 5 рублей там внутри, то есть не перекрывает. Или вот, да, вот она там упала и скрылась. Вот такие вмятины, их очень много.
В общем, мама дорогая называется. Опять же, с этой стороны тоже побита. Аж вот так вот, по ватерлинию машина. Ладно, снимай, не снимай, делать-то надо. Будем потихонечку делать. Вот потихоньку разравнивается. А вот, как мы видим, у нас, что самое интересное, вот тут как шишка. Можно было набить только изнутри. Вот, будем все это дело подчищать. Подлазить, залазить. И, к сожалению, пытаюсь я с теплым засвечивает объектив. Вот это у нас заднее крылышко левое, вот так вот пострадало. Ну, дабы не перескакивать с места на место, вот тут еще есть пару штучек, надо их доделать. Вот мы видим, да? И здесь вот на краю прям элемента три штучки. Все, поехали дальше. Вот таким крючком достаем мы туда, куда нам надо. Вот. Видно, да? Вот она, наша вмятинка на элемента, и она начинает. Я ее потихонечку толкаю, не давлю и не выдавливаю и не выворачиваю, просто потихонечку толкаю. Машинка нежная, поэтому лучше аккуратно, чтобы потом не мучиться полами. Вот, на тонком металле их проблематично. Вот вмятина, вот вмятина, вот вмятина, вот была, вот была, была. Так, резкость что не наводится, засвечивается. Ну ладно, не хочешь, не. Что самое интересное, сейчас вот эти нитки на лампе еле тлеют. Окружение как раз вот хорошее получается. Вот, переходим дальше. Вот она, наш лючок бензобака. И тут маленькие неприятности. Сейчас чуть-чуть больше сделаю света. Даже лючок пострадал. Обалдеть. Вот лючки так раз еще никогда ни разу не делал. Вот, но тем не менее, вот мы видим три вмятины. Вот что, по-хорошему, конечно. Тут вот они еще вмятин несколько. Вот. Практически по-хорошему было бы отстегнуть пер и где-то здесь сделать отверстие, чтобы зайти и низ. Потому что вот до середины лючка можно делать сверху через отверстие. Вот он, крючок у меня направлен сюда, да? А вниз как бы тут особо не обойдешь, потому что здесь вот так, как моя рука, стоит перегородка на крыле, усилитель. Ну, такие дела. Ну что ж, вот поверхность у нас, где было кумятин. Уже их тут нету. Теперь здесь дальше. Ну, скорее всего, здесь придется делать, я еще раз говорю, придется кинуть вот он бампер. Вот, и засверлиться где-нибудь. Или, возможно, когда скину, может быть, там окошечко где-нибудь есть. А вдруг? Почему и нет? И подправлю. Ну, вот я оставлю на потом. Я думаю, отдельно видео надо будет снять. Просто так, ради хохмы.
как делать лючок, потому что я нигде ни у кого никогда не видел, чтобы делать лючок. Вот. Но тем не менее, как мы видим, лючок у нас тоже поврежден. Ладно, поехали дальше. Скинув бампер, я посмотрел, что там толку не будет. Поэтому принято решение здесь сделать отверстие технологическое и начать работать. Вот. Потому что начиная оттуда, тут как очередь сюда, потом вот вертикально. Куча вмятины, и просто так их там делать. Поэтому будем вот эту красоту делать отсюда. Вот. Там будет видно дырочка, которую потом поставим заглушечку, и все будет хорошо. Вот оно, наше крыло. Тут, конечно, еще вот раз помойка и раз, два, три есть. Вот он еще, тычок, я его пока что не сделал. Но это просто, так сказать, посмотреть, было и что стало. Вот уже приятно. Уже на машину похож.